Stu. Вот как вырос у нас уже паучок, который тут жил.
Завтракаем пока стоя. Ой-ой.
Kharcho. Очень даже комфортно. Вообще. Держит? Ну, друзья, обязательно, у кого есть возможность такое сделать, обязательно сделайте. Это много времени не занимает и выглядит очень красиво. Если вам понравился, друзья, ролик, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Делитесь видосиком, конечно же. С вами были Ипатыч Михайлович, Хьюга, дружище Ради. Всем пока, друзья, и до новых встреч. Всем пока. Всем пока.